значение имени Хамза. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. У обладателя имени существует только одна основная жизненная цель. В этом случае служение окружающим, однако здесь речь идет не о материальной помощи или, например, о медицине, а о привнесении в жизнь других людей радости, оптимизма, надежды и гармонии. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Значение буквы «З» символизирует стремление отгородиться от внешнего мира, высокую интуицию, развитое воображение, болезненную чувствительность. Главные качества этого имени – изобретательность, коммуникабельность, живость движений и испытываемая сполна радость жизни. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Такой человек должен посмотреть на мир и окружающих более оптимистично. Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.